Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, на новое видео. Нахожусь я в магазине Сенсей, это торговый центр Мол Матрица, город Ижевск. Здесь появилось очень много новинок, усаживайтесь поудобнее. Всем желаю приятного просмотра. Смотрите, какая классная сервировочная тарелка появилась в этом магазине в форме елки. Ручка изготовлена из дерева. Это, скорее всего, минажница, но во всяком случае очень удобно держать в руках. Изготовлена она из керамики, глубокая. Сам размер 30 на 30 сантиметров. Цена 799 рублей. Как вам такая форма? Напишите в комментариях. Минажницы продаются все в одном изумрудном цвете, и их не сразу же можно заметить в магазине Сенсей, так как они находятся на нижней полке. А следующая новинка очень похожая на товар из Икеи, и ее цена 799 рублей, продается в коробке. Это светильник на подставке в форме звезды, и вот так вот она красиво будет создавать свою уютную атмосферу. Изготовлена она из плотной бумаги с прорезями снежинок, внутри находятся LED-лампочки с теплым желтым цветом. Набор бумажных елочных украшений, цена 259 рублей. Кстати, почти такие же украшения можно встретить в магазине Икеи, но, к сожалению, цену я там не помню. Видно, что изготовленные из плотной бумаги продаются в зеленом и в красном цвете. В упаковке таких украшений находится 6 штук, и если собрать их, то они будут смотреться объемными и красивыми. Деревянные снежинки в диаметре 8 см подвешиваются на джутовую веревку. В упаковке 10 штук, цена 159 рублей. Изделие для декора называется «Рождественское украшение». Изготавливает Польша по составу бумага. Изготовлены они из золотой бумаги, в упаковке 3 штуки разного диаметра, цена 259 рублей. В магазине Сенсей появились новогодние скатерти в ярко-красном цвете. А на скатерти выбиты снежинки, они полуобъемные и красиво переливаются. Сама скатерть размером 140 на 180 сантиметров, цена 399 рублей. Продаются они в одном красном цвете. Новогодние носочки для подарков тоже в красном цвете. И на самом носочке пришит небольшой домовенок. Цена 399 рублей за одну штуку. И они тоже представлены в одном красном цвете. Новинка — это декоративный LED-светильник в форме треугольника. Сам светильник высокий, корпус изготовлен у него из натурального дерева с красивым атрибутом Нового года. Это не LED-светильник, и батарейки к нему не нужны. А не знаю, зачем называла я его светильником, это декоративное украшение. Оно под разным освещением, фигурки, которые находятся в нем, красиво переливаются, создавая свою теплую и уютную атмосферу. Цена 300 рублей. Подвесное украшение в форме звенящего домовенка, и продаются они также в одной красной расцветке. Цена 199 рублей за одну штуку. Симпатичные, мне понравились. И снова LED-гирлянды в форме звезд. У них прозрачный провод, работают они от двух батареек, цена 399 рублей. Украшения в форме звезды тоже можно купить в этом магазине. А продаются они в золотой и в белой расцветке, и на них также выбиты небольшие звезды, как нарисованы на картинке. Цена 199 рублей. В белом цвете немного отличаются по рисунку, изготовлены они из плотной бумаги и затягиваются на шнурок. Цена такая же, как и у золотых звезд, 259 рублей. По размеру точно такая же, как и эта звезда, но внутри уже без лампочек. Смотрите, какую красоту я увидела. Это женские носочки, очень классно упакованы, здесь 7 пар на размер ноги 39-41. Даже не стыдно подарить. Цена максимально низкая, за 7 пар 499 рублей. И на рисунке можно увидеть дизайн каждого носочка. Изготовитель Польша по составу 97 полиэстер, 2 эластан. К тому же эти носки продаются в ассортименте, все расцветки очень красивые, одна упаковка краше другой. Я уже рассказывала про этот декоративный LED-светильник в форме елочки. Сегодня хочу показать во включенном виде. Этих щелкунчиков разбирают быстро, их осталось очень мало. Меховые повязки на глаза очень милые. Продаются они в двух вариантах.
Цена за одну штуку 259 рублей, и на них пришита обычная широкая резинка. Повязка на волосы тоже меховая, с глазами и ушками. Продаются они в коричневом и в сером цвете. Цена за одну штуку 259 рублей. Еще одни классные носочки. В упаковке находятся по две пары. Носочки мягкие и высокие. По составу 98 полиэстер, 2 эластан. Цена 300 рублей. Женские футболки в ярко-красном цвете. Цена 600 рублей. Размеры разные. Снизу висят косметички. Еще одна женская футболка с надписью «Счастливого Нового года и веселого Рождества». Цена такая же 600. Женские носочки подходят на размер ноги 39-41, в упаковке 3 пары, цена 199 рублей. Смотрите, какой классный свитер, и уже радует, что он не в красном цвете. По составу, конечно же, 100% синтетика, но на ощупь мягкая и приятная к рукам. На груди пришиты помпошки. Цена 1599. Новогодняя футболка, но почему-то с грустным песиком. Цена 600 рублей. Домашние тапочки. Смотрите, какие они классные. Все в красном цвете, как всегда, с изображением Микки Мауса. По качеству исполнения аккуратно изготовлены, без дефектов. Подошва плотная, она полностью прорезиненная, также в красном цвете. Сами тапочки не тяжелые. Цена 599 рублей. И снова красная футболка, но с другим изображением. Цена 600. И наконец-то в изумрудном цвете женский свитшот. И цена классная, 799. Свитшот приятный к рукам, теплый. Но без красного цвета в магазине Сенсей никак. Свитшот немного другой формы, удлиненный. 799. И снова женские носочки. Они очень классные, мягкие и приятные к рукам. Сами они высокие, широкая резинка. Есть небольшая вышивка. Красиво оформленные. В упаковке продаются из двух пар. Цена 399. Состав такой же. Спорим, вы еще не видели такие классные носочки. Они высокие, очень мягкие. Цена 300 рублей. И вот еще одни женские носки в молочном и в изумрудном цвете. И смотрите, как классно они преподносят обычные носки, просто перетянуты бантиком. Но такой подарок даже никому не стыдно подарить. И снова меховые повязки в красном цвете. С обратной стороны пришита меховая ткань, но более с укороченным ворсом. И резинка тоже меховая. Цена 259. А вначале я подумала, что это подарочные носки, вернее носки для подарков, но посмотрев поближе, я поняла, что это более утепленные носки. Продаются они в красном и в сером цвете. По составу эти носки изготовлены из 100% акрила, высокие. Сверху затягиваются на шнурки с двумя помпошками. С внешней стороны у них еще есть небольшой узор в форме снежинок. Стопа прорезинена, и это значит, что с этими носками не покатаешься по скользкому полу. Классные! Классные новинки в магазине Сенсей. Я вам уже говорила, что этот магазин мне нравится все больше и больше. Показала все, что увидела новое. Обязательно буду заходить сюда все чаще и чаще. Всем пока-пока. До скорых встреч.